Всем привет! Сегодня у меня снова анбоксинг палочки из Японии. Как вы уже, естественно, догадались по футболочке и по названию ролика, это очередная душа. Или же соус. Так. Вот такой вот коротышек. Да. Ребята, я очень долго хотел приобрести именно эту модель, редчайшую, ну, без ложной скромности, как говорится, редчайшая модель, соуса, которая даже нет в каталоге. Посмотрим на нее поближе. Thank you.
Вот такая вот чудесная палочка приехала ко мне. Соус Траут Финалист Е-класса 46 ОЛС. Но не просто 46 ОЛС, а ТФ Е46 ОЛС 3П Тарзайт. Ну, ТЗ. То есть это трехчастная модель. Она примечательна тем, что, как я уже сказал, очень редкая. Ее продавали всего лишь в 5 магазинах по всей Японии. И по этой причине она даже не отражена в каталоге Соус. То есть это, ну, скажем так, лимитка. Если я не ошибаюсь, 2 магазина точно помню. Naturalist Riverside и Wild One. И еще какие-то 3 там были. Вот, то есть, поскольку она, вот эта модель распространялась только через дилеров, соответственно, нигде в свободной продаже ее так не встречалось. Вот, но, тем не менее, мне повезло найти такую. Причем уже дважды она мне попадалась. Ну, со второго раза так я сумел ее купить. Вот, причем даже новая в пленочке. Вот. Значит, характеристики модельки у нас. Длина 4 фута 6 дюймов. Тест по приманке от 1 до 7 грамм. И по леске от 2 до 5 либров. То есть вот такой вот классный стримовый трехчастный коротышек. Блин, ну вот просто вау, такая эйфория. Вот. А еще эта моделька примечательна тем, что она сделана с применением нового карбона. BR-M60 SOV. Ну, это вот чисто какая-то соусовская фишка. Новый карбон 60 тонн. Высокоэластичный и при этом высокомодульный. Вот так вот попробуем, как он в деле себя покажет. Да. Блин. Класс, конечно. Сейчас я взвешу палочку, померяем ее размеры в сложном состоянии и постараюсь показать вам строй. Итак, вот у нас весы. Так как спиннинг многочастный, то пришлось воспользоваться такими вот резиночками, чтобы скрепить вместе. Так, и весы у нас показывают 67,86 грамма. Ну, очень неплохо, как по мне. Вес, заявленный производителем, 70 грамм. Так, и длина. Длина в сложенном состоянии у нас. Ну, вот так вот, где-то 49 сантиметров. Ну, если брать длину чехла, то это 52 сантиметра. Кстати, стоит обратить внимание на сам чехольчик еще. Он из такой вот прикольной замшевой ткани. И по периметру обшит эко-кожей. И из нее же такие вот завязочки. Классная штука, конечно. Вот такой строй имеет эта палочка. Блин, очень гибкая, живая, но при этом довольно быстрая. Блин, швырять она, конечно, будет, наверное, просто супер. Ну и запас мощности в комле ощущается. Ну вот, на потрях мы посмотрели строй. Теперь еще посмотрим под нагрузочкой. Блин. Это просто что-то с чем-то. Мне не терпится уже выбраться на воду с этой удочкой. Блин. А это ручечка. Это действительно душа рыболова. Шик. Вот, ну, для анбоксинга, я надеюсь, достаточно. Надеюсь, палочка вам понравилась, так же, как и мне.
В самом ближайшем будущем я надеюсь, что получится обрыбить ее, и очень надеюсь, что профильной рыбой. Вот. Поэтому следите за развитием событий на моем канале. Всем спасибо за внимание. До встречи на воде. Всем пока.